Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragon, соедини драконов. И сегодня среда у нас, когда мы получаем все призы и награды с событий, которые были за эту неделю, и получаем сундук логова. Ну что ж, давайте начнем с него. Итак, сундук логова уже готов, можно его получить. Награда отправляется в лагерь. Вот она здесь стоит у нас. И посмотрим у нас, что у нас на этой неделе. Уже, ладно, смотрю, собрала 2351 очко, лагерь 0707, Оленька собрала 2192 очка, но сейчас я присоединюсь и тоже помогу. На данный момент мы можем претендовать через 6 дней 23 часа, то есть на следующей неделе на сундук 4 уровня, нам нужен сундук 5 уровня, будем сейчас над этим работать. Всем остальным нужно будет набрать как минимум 50 очков, чтобы претендовать и получить этот сундучок себе в лагерь. Итак, начнем вот с чего. У нас проходило событие «Дикие земли». В этот раз оно, я вам скажу, было трудным, потому что не было кусочков генераторов в сундучках с призами. И поэтому последние призы последних драконов накормить мне было, честно говоря, немножко тяжело. Может быть, кому-то это было легко, но я бы сказала, что пришлось потыркаться, и палец у меня после события «Дикие земли» болел. Ну вот, смотрите, будем рассматривать награды с этого события. Вот сколько драконов я смогла получить, посмотрите. Около 30 драконов, я даже не считала. Два из них огромных обжорки, в этот раз было у меня два обжоры больших. Итак, этих мы драконов получили, и сколько у меня сразу очков? 87 очков мне дало, видите, раскрытие приза. Так что мне не надо даже вот набирать этот минимум 50. Буквально то, что я сохранила эти призы и не разбирала их. А теперь у нас еще было событие с новым 2023 годом, в котором были только практически драконы. Такой вообще первый раз я видела, честно говоря, чтобы были только драконы. Давайте будем разбирать их. Вот первый такой вот веселый дракончик. Видите, 83 очка мне дали за него. Вот такого я видела, честно говоря, первый раз у меня. Так, вот есть яйцо дракона-эльфа, трудолюбивый дракон. Это у драконов-эльфов, оказывается, малыш веселого дракона 7 уровня 2 класса. Ясненько, вот такой приколист у меня теперь есть. Вот они, дракончики, эльфы. Я думаю, откуда они у меня есть, потому что мы тоже получили их в этом событии. Вот путешественник во времени сундук мне дали. Я их не открываю. Так, дальше вот тыквенные, тыковки 4 уровня дали вам. Так, вот, вот таких вот новых каких-то драконов-душителей, тоже первый раз таких вижу, честно говоря. Какие-то страшные. Так, это на Хэллоуин могли бы таких драконов раздавать, но на Хэллоуин таких драконов не раздавали. Так, это Сойка-дракон, тоже 7 уровень. Сейчас посмотрим о нем информацию. Сойка дракона, это с птицы драконов у нас, видите? Есть, отлично. Вот еще один сундук. Сейчас вот игра стала более коммерческой, в том плане, что появились много сундуков, которых нужно открывать за самоцветики. Так, вот это дополнительные награды за то, что я в событии с новым 2023 годом выполнила все звезды. Вот такое деревце у меня 3 уровня. Сейчас посмотрю, какое оно у меня. Раз, два, три, четыре, как раз 5. Замечательно. Вот, могу вот купить дальше деревце. Для этого я и храню самоцветики, собираю, для того, чтобы я могла деревья Мидаса покупать, как вы видите. Есть. Вот такой вот у нас родничок. Он нам яйцо дал. Да, вот он дал нам яйцо. Так, вот уже могу соединять их. И вот эти соединю. Вот никак мне не выпадает то, что я хочу. Это у нас 4 уровень, да? 4. А еще 5 змейка. Так, а давайте соединим. Вот тоже он дает мне, видите, яйца. Я поспешила соединять. Могла тоже яйцо получить за предыдущий уровень. Так, сейчас я вот соединю. Вот. Дальше еще получу вот такой вот. Никак мне не выпадет вот этот вот тайный родник дополнительный. Вот, спасибо еще за одно яйцо. Вот теперь у меня таких 2 змеечки. Как бы тут красиво их поставить. Так,
И что у нас еще? Гнездо с яйцами дракона, совенка, грифончика. Смотрите, 6 яиц получила. Отлично. А вот у меня есть 5-е тут яйцо сбоку. Вот он мне дал как раз еще одно. Отлично. Так, дальше разбираем призы, рассматриваем красавчиков. Вот такого 7-го галактического дракончика 2-го класса из космических. Видите, из семейства космических дракончиков. Далее. Еще получили вот таких вот новеньких. Энергичный дракон Себеки. Себеки какие-то. Приколисты. С цветочком такие летают. Это вот мы знаем, драконы-мародеры. Драконы-мародеры мы уже встречались. Вот такие какие-то сладковатные драконы. Тоже вижу и таких впервые. То есть мало того, что в событии были драконы, да, то есть практически все призы драконы, то есть стоило его пройти, честно говоря, так еще эти драконы были новые, что самое интересное абсолютно. Вот и все. Так, а яйца я уже разобрала, по-моему, да. Яйца я уже разобрала. Так, давайте смотреть дальше. Так, это были у нас награды событий за эту неделю. Дальше мне вот удалось получить 2 сундука пыльных кроликов, как вы видите. Вот, их разберем тоже. Вот, смотрите, 5 яиц мне удалось получить. 2 пыльных кролика. Эти листики мне нужны. Это я собираю. Так, что еще за эту неделю у нас? Вот, я собрала вот такие сундуки новые. Сундук удачи. Вот смотрите, 1-го уровня за 25 самоцветов предлагаются. И тут может выпасть, смотрите, дракон из магазина яиц. Яйцо 25%. Дракон из магазина яиц 1-го уровня 25%. За 25 самоцветов купить дракона целого, это неплохо, я вам скажу. И есть 2-го уровня, смотрите, сундук. Здесь тоже драконы 1-го или 2-го уровня. Слушайте, давайте попробуем один раз откроем тот сундук и посмотрим, что нам выпадет. Давайте. И больше я тогда вот это событие я не буду открывать. Вот этот я хочу сундук открыть. О. И посмотрим, что нам выпадет. Ой, смотрите, как интересно. Колесо наград. Давайте я его скопирую для заставочки. Как интересно. Видите ли, что я могу... О, получила вот такое яйцо. Дракона жизни. Окей. И еще вот. И второй вот этот я хочу за 75 открыть. Смотрите-ка, что я здесь могу получить. Здесь я могу... Феи дракона получить целое гнездо. Слушайте, круто. Вот это мне нравится. О, давайте будем крутить. О, слушайте, классно. Детеныш природного дракона. Это круто. Каждое яйцо природного дракона стоит сколько? 8000, по-моему, монет. Обалдеть. Вот это хорошая награда. Класс. Слушайте, мне понравилось. Вот эти сундуки, они редко выпадают, но когда мы... Когда ж мне выпали такие сундуки? Когда призы с события я получала, мне такой сундук выпал. И Кала, по-моему, даже сдала. То есть они как-то вот редко иногда вот такие сундуки попадают. Видите, я даже соединила сундук 2-го уровня. Мне даже 2-го уровня больше понравился. Вот для этого, мне кажется, самоцветики круче собирать. Посмотрите, как интересно. Может быть, вам тоже понравится. Вот эти первые 2 сундука как-то не очень, да? Особенно с предметами сундук мне совсем не нужен, скажем так. Я имею в виду из последних обновлений. А вот этот вот сундук интересный. Ну что ж, давайте теперь открываем. Вот-вот-вот, открываем наш сундук логово. Здесь у нас гнездо с яйцами дракона логово. 16 случайных яиц и 6 случайных предметов. Окей. Так, смотрим, что нам тут вот выпало. Всякое разное навыпадало. Вот эти яйца я потом буду их раскладывать наверху, смотреть. Смотрите, даже обжорки получила яйца. Вот интересно посмотреть. Предметы я удаляю, мне они не нужны.
Так, травушку я оставлю. Мне, конечно, что-то, по-моему, надо было получить из травушки. Я просто их сюда сложу все, чтобы потом можно было... И, кстати, вот пруд, водопой мне дали, это хорошо. Водопой мне нужен. Я их собираю, потому что я добываю яйца, как вы видите, для золотых деревьев, для деревьев Мидаса. Поэтому водопойчик мне нужен. Я его куда-нибудь сюда вот определю. Видите, вот золотые семена выкидывает, вернее. Пруды выкидывают золотые семена. Поэтому я их вот коллекционирую, собираю сюда. Надо оставлять вокруг них места свободные, чтобы можно было, чтобы они выкидывали траву или золотые семена. Только три яйца было. Три яйца в гнезде дракона логова. Сейчас я посмотрю, нет ли у меня тут на складе. Ведь я в прошлый раз навела порядочек. Сложила все яйца наверх. Так, не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Ладно. Оставим их так. Вот что тут еще. Вот видите, еще дали сундук путешественника во времени. Но тут как-то более скучно. Тут за 25 можно только такое яйцо события получить, да? Ну, может быть, кому-то и нужно. Открывайте тогда, пожалуйста. Я решила, что я буду только вон те сундуки открывать, которые сегодня открыла. Забыла даже, как они называются. Так. Ну что ж, давайте займемся нашим любимым делом. Сегодня соединять будем дракончиков, потому что у нас много новых дракончиков. Посмотрим, что у нас получится. 10 соединений по 5 я вижу в данный момент. Посмотрим, будут ли у нас сундуки второго класса на этой неделе или нет. Так, вот я могу морской что-то говорить. Соедините первого уровня. Вот, тут новенькие дракончики летают. Я так побольше сделаю, чтобы вы видели, как выглядят эти драконы. Еще первого уровня водные. Есть. Теперь второго уровня могу соединить. Вот, это уже поинтереснее, да? Такие они. Полюбуйтесь на них. Так, есть. Дальше смотрим, что у нас тут еще есть. Какие соединения. Вот он показывает мне, какие новые драконы я приобрела на этой неделе. Вот душители. Посмотрите, какое у него яйцо у душителя. Интересно, страшненькие такие. Так. Вот новые у нас сладковатные. Да? Космос можем соединить. Давайте посмотрим. О, можем соединить 7 уровня. 5 получили. Вот так, 8 уровень такие у нас дракончики. Вот новые сэбэки. О, а смотрите, ошибка я нашла в программе. Он мне не показывает нового дракона сэбэка, который у меня есть. Два дракона 4 уровня. И в драконьей книге почему-то его не отображается. Вот ошибочка в программе. А вот эти прошлые хора, санты. Санты дракончика. Так, новые еще эльфы. Вот эльфы отображаются. Видите, 4 уровня и 7 у меня есть веселый дракончик. Вот эти приятели тоже были классные. Мне вот эти очень нравятся приятели. Не стала их соединять во второй класс, чтобы вообще они у меня были такие хорошенькие. Так, мицелиальные. Вот, конечно, мы получили в событии «Дикие земли» мицелиальных. Давайте их соединять. Грибные. Вот такие грибочки у нас. Еще первого уровня соединим. Есть. И теперь второго уровня. Вот мицелиальные. Третьего уровня. О, я, по-моему, впервые получила 4 уровня. Великолепный мицелиальный дракон, да. Как они светятся фосфором. Драконья сила 150, выносливость в лагере 10. Смотрите, они такие фосфорные грибы. В лесу такие есть. Например, бледные поганочки тоже такие фосфорные немножко. Так, обжорки. Вот я получила 2 обжорки. Смотрите, сейчас дойдем. Итак, первого уровня тоже. Я обычно в событии их не соединяю, чтобы я могла в лагере соединить и получить дополнительные за это очки. Вот,
еще первого уровня. Обжорки вообще, мне кажется, мои самые любимые теперь второго уровня. Хе-хе, красавчики. Какое-то долгое время их в лагере вообще не было третьего уровня. Вот четвертого уровня вообще шикарный. Я не знаю, нравятся ли они вам, но мне нравятся эти обжорки. И смотрите, могу соединить пятого уровня. Я ни разу их еще не соединяла. Интересно, кто будет в обжорках? Мне жалко, честно говоря, их соединять. Они мне так нравятся. Ну, давайте посмотрим. Кто же будет после обжорок? Ненасытные драконы. Итак, поздравляем. Создано гнездо второго класса. И у нас ненасытные драконы. Итак, два гнезда имеем. Давайте посмотрим, сколько нам получится яиц получить. Так, сейчас я тут приберусь. Я смотрю, мне цветочки повыпадали. Итак, в первом гнезде 5. Это уже здорово. И соединяем, получаем ненасытные маленькие дракончики. Итак, мифический ненасытный дракончик 7 уровня. Драконья сила 495 и выносливость в лагере 12. Вот такие вот у нас будут ненасытненькие. И во втором гнезде только 4 яйца. Очень-очень жалко, что только 4 яйца. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень жалко. Даже не знаю, соединять их или не соединять. Давайте, может быть, я... А когда же я их еще получу? Вот, не знаю. Давайте 3 соединю все-таки. Вот так. Одно яйцо оставлю сверху там. Наверху вот такой обжорки. Ненасытного дракончика. Неизвестно, когда еще дикие земли будут, когда мы еще обжорок сможем получить. Но, может быть, в магазине у нас появились такие яйца. Надо будет потом посмотреть. Итак, 6 соединений еще у нас есть. Давайте смотреть бабочки. Бабочки вот первого уровня 5 могу соединить. Вот такие симпатячки, симпапулечки. Так, космические 5. Вот эти яйца космических драконов мы получаем как раз-таки где? На уровнях, когда проходим. Так, травяные первый уровень. Ну, пошли уже теперь простые. Простые дракончики второго уровня. Есть третьего. Этих мы уже красавчиков видели, но, может, кто-то не видел. И травяные можно соединить в закатные. Вот два гнезда закатного дракона. Давайте посмотрим, что у нас получится на сей раз с этими яйцами закатными. Так, в первом гнезде... Ой, да что ж такое? В первом гнезде уже 7 яиц есть. Это очень хорошо, 7. Особенно второго класса. Посмотрите, сколько мне дали драконьих сил сразу. Очков. Вот и еще 3. И смотрите, во втором гнезде у меня 7 яиц, всего 14. Сейчас я посмотрю, нет ли у меня яйца закатного дракончика. О, как раз есть. Вот у меня есть еще одно яйцо. Отлично. И тогда у меня 5 седьмого уровня дракончиков закатных. Вот они. Так, и восьмого 5, смотрите-ка. О, какие красавчики. И девятого 5. О, есть. И впервые я получила дракона в 10 уровне. Царственный закатный дракон. Драконья сила 5000, выносливость в лагере 10. Смотрите. О, вместе с обжоркой. Не в одну гамму. Смотрите, фиолетовую. Круто. Ну, смотрите, дошла до 10 уровня в закатных дракончиках. Круто. Итак, следующий зелененький у нас первый уровень. Первый, что тут у нас еще колючие собрались. Первый уровень. Есть. Так, и големы. Големы, големы, големы. Сейчас, где ж тут големы? Кого тут соединять? Вот, первого уровня 5 штучек големов. И теперь, наверное, второго точно есть.
Да. И третьего голема собрались уже. Посмотрите-ка. И что? Еще будет все-таки? Будет еще одно гнездо второго класса золотого дракона. Ну, слушайте, все-таки, смотрите, нас создавали, нас собралось у нас за эту неделю. И закатные. Ну, давайте посмотрим, что у нас с закатными получится. Так, во-первых, местечко расчистим немножко. Это уберем. О. Итак, в первом гнезде 5 яиц у нас золотых. Так, во втором. Да что тут такое сегодня? Во втором 6. Вот, тоже неплохо. Одно яйцо останется у нас наверху. Я думаю, что у нас тут нету. Так. Сейчас я посмотрю, что у нас с золотыми. Нет у меня золотых яиц. Так, готово. Сейчас мы возьмем вот. Я немножко здесь приберусь. Еще у меня одно соединение есть. Наверное, дракончиков надо соединить еще дальше сейчас. Так. Вот немножко порядок. Люблю, чтобы у меня вот было место побольше. И что у нас тут еще? Седьмого уровня могу соединить этих малышей. Вот восьмого уровня золотых дракончиков. Ну что, соединениями все. Давайте посмотрим, что у нас с сундуком логова. Чуточку-чуточку нам не хватает. Посмотрите, еще чуть-чуть надо поднабрать. Ой, я вышла на первое место. Смотрите, у меня 4491 очко я набрала. Еще раз напоминаю, что всем остальным надо набрать хотя бы 50 очков, чтобы мы могли получить сундук пятого. По крайней мере, четвертого уровня точно получите на следующей неделе. Но пятого, я думаю, что мы доберем. Нам осталось тут чуть-чуть, еще другие присоединятся. И мы этот сундучок доберем. Как вы видите, когда вот мы получаем дракона второго класса, то много очков у нас тут идет. Поэтому будем следить, чтобы он набрался, этот сундук. Ну, скорее всего, соберем. Итак, ну что ж, теперь мы давайте пойдем с вами проходить новые уровни. У нас же открылись новые уровни. И мы раз в неделю как раз-таки их добираем. Итак, Вознесение Дрейка 7 у меня тут стоит в первую очередь. И еще секретный уровень. Вознесение Дрейка под знаком вопроса. Ну, давайте седьмой вначале пройдем, а секреточку оставим на потом. Итак, три кубка нам нужно играть. Итак, я вижу тут яйца. Вот такой один островочек. Читаем задание. Для победы создайте восстановленную статую Геи. Задание 1 для звездочек. Добудьте синие цветы жизни 4 штуки. Создайте лунный утес и исцелите всю землю. Исцелить всю землю. Понятно. Так, я вижу, у нас тут 6 яиц, так что мы можем соединять двух дружков, получить. И я так понимаю, что нам нужно вот цветочки. Нам нужны цветочки, чтобы землю восстанавливать. Вот так вот. Да, будем собирать. Земельку тоже можно скушать. Вот такие холмики. Нам же надо будет. Надо же утесик строить. Я поэтому. Вот, утесик строить. Я буду стараться по 5 соединять. Ага, монеточку сделал. Ты молодец какой. О, какая сферка хорошая. Вот я так понаоткрываю все сейчас. Мне просто интересно. Мне тут решили. А зачем мне? А, пушинки я могу сделать, типа, побольше сделать цветочек с помощью пушинок. Вот, утесик это хорошо, будем собирать. О, спасибо. Вот так вот. О, ба-бам! Вон их сколько здесь. Давайте, может, хватит нам так соединить. Что нам нужно сделать? Так. Создать лунный утес. А, мне нужны пушинки, чтобы прорасти, потому что же мне надо 3 цветка сделать. Представляете, 3 цветка целых. Ну что ж, давайте будем делать. Вот.
три голубых цветка. Значит, соединяем. Вот так, как нам выгоднее, соединяем. Раз, надо три сделать. Будем делать. Вот еще одно яйцо. Я хочу, чтобы у меня эти пушинки прорастали. Спасибо. Так. Раз, два, три. Надо немножко открыть. Сейчас вот пушиночку поймаем. Раз, два, три. Мне нужно пробраться сюда. Сюда сейчас проберемся. О, травушку уберу отсюда. Вот так. Есть. 4, 5. О! А вот так. Та-дам, та-дам, та-дам. О, создала. Первая звезда готова. Смотрите, у меня тут тучи появились. А нужны мне тучи? Мне тучи не нужны. Мне надо просто собрать все. А тучки тоже росточки дают, кстати. Вот смотрите, они не только лужи дают, но они еще тоже вот такие росточки дают. Ну, не всегда. Так, вот будем собирать. О, отлично, на 2 цветка я уже набрала. Мне нужно 4 создать. 2 есть. Еще нужно 2. Ну что, сейчас соберем. Сейчас соберем. О, пушиночки полетели. Так, не будем больше дождь вызывать. А то у меня еще тут грибы начнут сейчас расти. Будут расти грибы. Вот, раз, два, три. Пушиночки прорастают. А просто немножко времени потратить. Вот еще земля. Но больше она нам не нужна. Можно только ее скушать, монетки получить. Освободить место. А с лунного утеса можно, кстати, добывать, знаете, еще травушку, из которой тоже получать ростки. Вот, смотрите, вот землю и траву он иногда дает. О, кости, спасибо. С костей тоже мы получаем. О, видите, травушку принес. Так, так, так. Еще 2 цветка мне нужны. Вот так. Вот и все. Так, так. О, готово. Еще одну звездочку. Пора. Вот у меня 2 звезды. Теперь могу вот такой цветок сделать. Так, а здесь все. Я не неуязвимость. Я могу только, чтобы открыть все земли. Значит, мне эти звезды разобрать надо. Вот, смотрите, последнюю, вот, я могу, вот так только я могу все земли открыть. По-другому никак. Вот последняя звездочка прилетела. Ну что, все, все, выполнили задание. Несложное было, просто надо такое терпение иметь, чтобы вырастить эти вот все пушиночки. Так, 2 кустарника можно здесь получить. Драконий Грааль, это просто монетки, серебряный сундук 6-часовой получить. И гряду дракона получить здесь за самоцветы. Довольно-таки несложное вознесение Дрейка 7. На этом все пока заканчивается. Дальше пока нет у нас. Драконию обещают снова расширить. Вот этот вот секреточку оставим на следующий раз. Ну, чтобы было, что в следующий раз нам с вами проходить. Вот. А сегодня спасибо вам за просмотр. Через 2 дня и 9 часов у нас начнется событие новое, давным-давно, вернее, не новое. Можете на моем канале посмотреть, как его проходить. Давным-давно я уже много-много раз проходила и несколько раз даже для вас снимала. Призы здесь, как вы видите, обычные. Это яйца феи дракона, сундуки волшебные золотые для Аркадии, гнездо с яйцами ванильного дракона, взрослое драконовое дерево, малыш феи дракона, таинственное супергнездо, сказочный грибной дом, детеныш племенного дракона, восхитительный ванильный дракон и феи дракон барокко. Я не знаю, буду ли я проходить это событие. Я посмотрю, как у меня будет по занятости, потому что ничего тут такого нового нет ни в событии, ни в дракончиках. Такие все дракончики у меня есть, да? Ну что ж, до следующей встречи. Всем пока-пока. До свидания.